Радио 54. К нам можно просто прийти, вот в любой момент. Мне можно позвонить по номеру телефона моему, он указан везде, в столяр-мастерской. Можно просто позвонить и в любое время прийти. В любое. Понимаете, для вас удобное. Все, я открою мастерскую, там что-то у вас дома сломалась табуретка там или еще что-то. Вы можете прийти, мы поможем ее сделать без всяких. К нам пришла бабушка. Бабушка. Такая, мне, так, мне стол, значит, нет, стенку нет, надо, да, кресло, кровать. У нее стол. Принести ей тяжело все очень. Мы пошли, посмотрели. Там стол раритетный, понимаете, там 30-х годов. У него обшелупшилась уже вот эта вот вся. Просто мы принесли в столярку, содрали это все, подчистили, залакировали. Вместе все с детишками? Да, вместе с детишками помогали нам все. Как бы, то есть они у вас делают любые виды работ. Не просто вот, что ты хочешь сегодня сделать, зайчика или да, там еще что-то, а вот прям нормальные такие задания. Стол, стул. Любую может. Красить может, выжигать. У нас выжигатели есть. Ну, закупили тоже 4 штуки специально. Вот, то есть, пожалуйста, клей, красить, что тебе нравится. Как вы набрали штат? Кто у вас работает педагогами? Ну, у нас нету штат. Мы, понимаете, на что и основан этот социальный проект, это деды-внуки. У нас мы привлекаем дедов, стараемся привлечь дедов, которые бы свой опыт дали бы своим детям. То есть внукам. Хочешь научиться, веди своего деда, пусть он тебя сам и научит. Обязательно. Вот так. Деда обязательно прям ведите за руку. Деда, дедов, хватит им лежать уже на диванах, там, знаете, телевизор эти смотреть. Но все равно есть мастера, которые, если что, проконсультируют, ну, да, вот, помогут. Вот, да, Марущак Константин Владимирович, он как бы так, уже такой, да, как бы как мастер. Штата больше никакого у нас нету. Вот я вот руководитель этой мастерской, и вот у меня есть мастер Константин Владимирович. Все, остальные у нас деды. Деды, которые... Все, рулят, помогают, учат детей чему-то. Ну, мы понимаем, да, что это немножко проблемно их привлечь, но все-таки приходят дедушки. Ну, конечно, приходят. Постоянные звонят, уже клиенты. Уже есть постоянные, у нас 4 или 5 дедов, которые вообще почти каждый... Мы проводим мастер-классы, плюс... Я как могу... на них попасть? Нужно записываться или можно... А я вам сейчас расскажу. Вот, давайте. Знаете, есть такая старая уже считаю, что старая эта тематика, это «Одноклассники». Uh-huh. Вот в «Одноклассниках» на моем сайте там есть столярная мастерская. Так. Вот заходите туда, там анонсы я всегда пишу, то есть в какой день, когда мастер-классы проходят, так далее, так далее. То есть я единственное могу сейчас сказать в прямом эфире, находимся мы на Затулинке, Затулинский городок аттракционов, Зорги 47, прямо вот там в парке, все. Приходите в любой момент, меня найдут вам, любой дворник там или кто скажет, кто такой Олег, где столярная мастерская. То есть, пожалуйста, в любое время. С собой ничего не надо брать? Ничего, абсолютно ничего, потому там что... Там есть и материалы, и инструменты. Инструмент, материал, все есть. Ну, может быть, какая-то униформа, какие-то специальные перчатки. Униформа есть, все, очки что? Есть закупленные. Нам очень хорошо помог фонд, поэтому мы... Главное, деда принесите, да? Приведите деда, да, друга там, без разницы. Можно все, что угодно. Для какого возраста внуков это более популярное занятие? Каких детей у вас больше всего, какого возраста? Знаете, то есть это уже детки постарше, там лет 16-15, или все-таки это малыши? Нет, я вам не скажу. Ограничения по возрасту нет? Вообще нет никакого ограничения. Можно и с трехлетним ребенком прийти. Хоть с трехлетним прийти, что-то ему там все равно показать такое, там он там елочку мы там сделали, он там на нее посмотрит или что-то еще там. Ну, то есть за станком он не будет работать? Нет, да? Конечно. Ну, вот там что-то, что-то там, да, почистить. Ну, а там 5-6-летний он может уже там пошкурить что-то запросто. Uh-huh. Тут один у нас пришел, вот ему понравилось это, мы ему сделали эту губку шкурить, он... Шкурил, сидел даже прям вообще с таким напором. А девчонки приходят или это? Девчонки, да, девчонки. Были вот у меня там вот, я же говорю, на «Одноклассниках» зайдите, если найдете столяр-мастерскую, там у меня фотографии есть, девочки приходят. Девочки в основном выжигать. Выжигают, да? Да. Узоры, ну, то есть уже да, готовое какое-то изделие, они у его... У нас есть, мы да? сделали там немного, типа как медальки из фанеры такие. Типа вот они там что-то выжигают, потом можно залакировать там... Твоя область. Новосибирск. 106.2 FM.